дорогие друзья, мне очень приятно, что меня, как генерального консула Швеции, и самое главное, конечно, выпускницу Стокгольмской школы экономики, пригласили на сегодняшнюю встречу. Знакомить новых участников и выпускников – это замечательная традиция. Спасибо. Выпускники Стокгольмской школы экономики в России очень сильное и влиятельное сообщество, которое играет важную роль в укреплении и развитии экономического сотрудничества Швеции и России. Это для нас очень большая задача. Многие выпускники из Стокгольмской школы экономики занимают ключевые должности в шведских компаниях, работающих в России. Другие выпускники работают в российских компаниях и там активно, надеюсь, внедряют шведский подход к бизнесу и принципы корпоративной социальной ответственности. Именно поэтому мы так высоко ценим наше партнерство с Стокгольмской школой экономики. И в России, и с удовольствием поддерживаем его инициативы. Это прекрасно, что скоро сегодняшние участники программ вольются в сообщество выпускников, добавив ему свежие силы. А у консульства при этом появятся новые надежные партнеры. Я очень надеюсь увидеть вас в будущем, например, на бизнес-завтраках, которые мы регулярно проводим для шведских компаний Северо-Запада России или на других мероприятиях консульства. Позвольте мне пожелать вам увлекательной учебы и новых интересных проектов. Приятного всем вечера и благодарю за внимание.